Первый пост продлится больше месяца и завершится 18 апреля. А последнюю неделю верующим рекомендовано воздержаться от пищи животного происхождения. Вопреки мнению большинства граждан, что ограничение в еде пагубно влияет на здоровье, врачи утверждают, для организма пост полезен. Главное, снижается потребление жирной пищи. Во время поста уменьшается потребление количества жирной пищи, и тем самым увеличивается поступление витаминов и клетчатки. Тем самым в этот момент организм разгружается. Это приводит к тому, что укрепляется иммунная система, улучшается работа желудочно-кишечного тракта, нормализуются обменные процессы. Врачи советуют ульяновцам в меру ограничивать себя в еде и совсем забыть о посте детям, беременным и кормящим, а также тем, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем. Кроме этого, немаловажно правильно завершить колоссальный стресс для организма, чтобы не оказаться на операционном столе. Нельзя резко входить в пост и выходить из него. Меню свое нужно менять постепенно. И хочется обратить внимание, что после того, как пост заканчивается, увеличивается число пациентов, поступающих с панкреатитом и желчекаменной болезнью. В первую очередь, в основном, это женщины. Так что будьте осторожны. Самым сложным в соблюдении поста считается воздержание от пищи. Особенно тяжело отказаться от привычных вкусностей. Диетологи советуют не бросаться в крайности, а искать альтернативу. К примеру, особым любителям сладкого можно заменить конфеты и шоколадки на фрукты и сухофрукты, а молочные продукты поменять на те, которые содержат сою. Во время Великого поста полки магазинов пестрят различными наименованиями соответствующих продуктов на любой вкус и кошелек. Кафе и рестораны Ульяновска также следят за тенденциями, поэтому заранее готовы. Готовят постное меню. Мы специально для Великого поста подготовили меню для тех, кто постится, держит этот пост, естественно, не кушает животного происхождения. Сделали меню полноценное, как от салата, так и до вторых блюд. Салат у нас классический винегрет с растительным маслом, с белой пассированной фасолью, зеленым горошком и жареными шампиньонами. Главная задача постящегося человека – не только воздержаться от скромной пищи. Как говорят церковнослужители, поститься нужно еще и духовно, ограничивать себя в развлечениях, собороваться и причащаться, чаще посещать церковь и молиться. Причем последнее является даже более важным. Именно это и делает пост отличным от обычной диеты. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.